Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировские предприниматели смогут отсрочить оплату долгов приставам. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Кировской области пояснили, как будет действовать новый закон, направленный на реализацию мер помощи пострадавшим от последствий коронавируса. Он, в частности, дает возможность представителям малого и среднего бизнеса, в том числе ИП, получить рассрочку по выплате задолженности перед службой. Получить ее можно на срок не более чем 12 месяцев до 1 августа 2021 года. Сумма задолженности по исполнительным документам не может превышать 15 миллионов рублей. Также рассрочка предоставляется должникам-гражданам, которые получают пенсию по старости, по инвалидности и не имеют других источников доходов и недвижимости. Их долг должен быть не больше 1 миллиона. Кроме того, установлен запрет на возврат просроченной задолженности юрлицами в отношении тех, кому предоставлена рассрочка. Программа «Экономика». В Кирове каждый второй таксист работает без лицензии. Это выяснилось в ходе рейдов, которые проводит региональный Минтранс совместно с ГИБДД. Так, за первое полугодие прошло 23 таких рейда. Было проверено 160 авто. Действующее разрешение на перевозку пассажиров имелось только у 87 водителей, а 73 оказывали услуги без лицензии. Также кировские таксисты не соблюдают требования доступности транспорта для инвалидов, не проходят предрейсовый медицинский осмотр и проверку техсостояния автомобиля. В некоторых машинах отсутствует информация о водителе и об организации, осуществляющей перевозку. Экономика на 101 FM. В Кирове объявили о начале конкурса «Торговая марка года». В этом году он пройдет в 20-й раз. Проводит конкурс Вятская торгово-промышленная палата. По словам организаторов, главная цель – содействие повышению качества товаров и услуг, внедрение новых методов и форм торговли, выявление лучших предприятий. Прием заявок на конкурс уже начался. В прошлом году на участие в нем заявилось более 200 организаций. Это предприятия торговли, общественного питания и сервисного обслуживания. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 73 рубля 38 копеек, евро 86,50. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.